Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дудаплей, мы продолжаем играть в игру Королевство маленьких коротышек. Я открыл, все-таки открыл два сундука, у меня получилось. Сейчас мы заходим в арсенал и смотрим, что же нам даст арсенал. Так, смотрите, сколько мечей. Так, собираем. Есть, у нас все-таки будет новый меч. Так, а ну-ка. Вау, смотри, какой фиолетовый красивый меч. Интересно. Так, по шляпам у нас тоже мы можем что-то собрать интересное. О, у нас новый предмет, новая шляпа. Смотрите, какая она красивая, мощная. Только почему я их шляпами называю? Это даже на самом деле не шляпа, а каска, так? Каска, шлем. Шлем, да, шлем правильно называется. Так, лучница. Ну, посмотрим, что... О, нифига себе, сколько у лучниц много луков. Так, сейчас мы посмотрим. Вот это, значит... Так, собираем. Этот у нас такой вот. Так, ну смотри, у нас получается, мы ничего не смогли собрать из луков. Ну, столько много было луков, и мы ничего не сделали особо так, такого. Ладно. Так, этот, ну вообще-то вот четверочка, вот троечка, вот это единичка. Вот так все сделаем красиво. По шляпам тоже ничего у нас нового нету. По волшебнику. Так, ух ты, смотри, у нас есть посохи. Так, берем, значит, это соединяем у нас получается, ну, этот, а, вот звездочкой. И, вау, у нас новый посох будет, смотри. Опа, красивый какой, под змею сделанный, да? 5 уровня, нифига себе. По шляпам, что у нас по шляпам? Мы, в принципе, по шляпам ничего не можем собрать новенького, ну да ладно. Ну, я думаю, мы сейчас легко пройдем этот уровень. А ну, посмотрим. Эх, давайте, ребятушки, смотри, у нас какой-то новый меч, новая атака. Сейчас попробуем запустим. Опа! Ну, не сильно, конечно, нам ничего-то не дало. Надо все-таки ждать. Ждать хотя бы, чтобы второй уровень был. Не нужно спешить. Так, мы взяли новый лук. Хорошо. Так, ну это вопрос, там мы убьем. Мы ничего тратить такого особо не будем. Так, ну сейчас... О, да. Да-да-да-да-да-да-да. Волшебник, стреляй. Есть, нифига себе! Какие мощные... А, нифига, убили. Рыцаря, как так? Я не усмотрел. Так, очень жалко. Так, давай, посмотрим. Нужно смотреть очень хорошо на здоровье. Потому что что-то я не посмотрел. Рыцаря нашего убили. Так, ладно. Ну, у нас последний остался. А, это всего лишь навсего жукашка-таракашка. Ну, мы сейчас ее быстро убьем. Так, подождем. Подожди, я хочу второго уровня. Да, все, выиграли. Вот так вот. Хорошо. Так, в арсенал заходим, смотрим, что же у нас тут добавилось интересного. Лучница. Так, а что у нас? Мы лук подняли, да? Ух ты! Смотри, у нас будет новый лук. Есть! Красивый 6 уровня лук. Так, вот твой меч 5 уровня. Так, у девочки лучницы 6 лук. И у волшебника тоже 5 уровня посох. Хорошо. Эх. Может уж бой, в бой, в бой, в бой. И сейчас мы будем опять что-нибудь да зарабатывать. Так, идем и ждем, ждем, пока у нас 2 уровня будет меч. И ждем, 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 пока не спешим. И запускаем новый меч. Да-да-да-да-да-да-да-да. Мы всех уничтожили. Хорошо. Потому что в тот раз мы не смогли уничтожить. Нужно всегда ждать. Так, ждем, 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 ждем 3 уровня стрел. Стрелы, ждем, 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 стреляем. Есть! Быстро, в принципе, мы быстро его убили, только что время зря тратили. Так, давай, запустим меч. А, хотя надо было не меч запускать, а вот этого волшебника. Ну, а так бы у нас меч остался бы на эту дракошку. Так, дракошка, давай, постреляем у тебя. Ничего. Так, он очень мощно почему-то прожигает волшебника. Смотри, волшебник аж умирает. Все, выиграли, молодцы, молодцы. Так, в арсенале даже что-то есть. Сейчас посмотрим, что же у нас в арсенале. Так, у лучницы, а что у тебя есть? А, шляпы. Так, сейчас. Ух ты, новая будет шляпа. Новый предмет. 6 уровня шляпа. Круто. Так, ну что ж, продолжаем, играем дальше. Так, в бой идем. Так, смотрим. Так, все, мы ждем меч 2 уровня. Так, сейчас подождем.
Ох, нифига себе, два босса прям вышли. Смотри, дракошка и вот этот скелет мощный. Опа, нифига себе, этот самый, как его, сундук. Забираем, есть, это хорошо. Так, что мы делаем, стреляем или жнем? Давай, давай, о, все, мы сейчас выстрелим. О, блин, нифига себе, я то так ждал, надо было этого не делать. Так, ну это сейчас мы застреливаем волшебником, это всех убиваем. Есть, победа, мы прошли уровень, однако, быстро. Все, мы сейчас на светлой стороне, на зелененькой, смотри. Ох, а, давай в арсенал зайдем сразу, посмотрим, что там у нас в арсенале. Так, мечи, мечи пока ничего не можем сделать, ну, в принципе, ладно. Так, и в бой, идем в бой. Так, смотрим, что здесь интересного. О, наша зеленая, зеленая полянка, лесовочек такой. А, опять эти в растения, они интересные. Так, так, давай меч. Есть, убили. Так, шляпочка третьего уровня, это хорошо. Так, гриб, мухомор. Так, мы теперь так сейчас завалим. У нас сила мощная, мы сколько уровней мы проходили. В принципе, мы нормально тут заработали очков. Так, о, нифига, что это за дядька такой странный. Ага, блин, убили его. Ну ладно. Что за дядька такой волшебник был, а? Интересно. Так, в арсенал заходим, сразу же смотрим, что у нас есть. Так, у волшебника... А, подожди, у волшебника что-то было. Да, а, вот, смотри, посох. Третьего уровня. На, нет, ничего интересного нету. Пятый, четвертый, третий уровень. Ладно, идем дальше. Проходим. Так, в бой. Угу. Так, смотрим, что здесь интересного. Ждем, пока у нас меч дойдет до второго уровня. Так, два мухомора, в принципе. Так, ну, вы мне не сильно страшны. Сейчас мы быстренько меч вам. О, все, убили. Берем шляпу. Так, ждем. Давай, стреляем. Ладно, не будем долго ждать. Он, в принципе, быстро убивается. Так, и сейчас мы будем стрелять. Да-да-да, вот он, волшебник какой-то, смотри. Нифига, мы ничего не смогли сделать и убили нашего рыцаря. Так, давай, девочка, лучница, давай, забирай, забирай шляпу. Заберет, нет? Есть, собрала шляпу, это хорошо. Так, все, мы этого убили, волшебника, идем дальше. Так, ну у нас третий, а, смотри, стреляем, запускаем. Нет, ты не убьешь нас, нет, давай. Смотри, вы, а, нет, проиграли. Потрачено. Так, ладно. В арсенале ничего нет. Ну, еще раз попробуем повоевать. Сейчас попробуем. У нас все равно каждый наш проигрыш нам все равно дают силы. Прокачивают наших персонажей. Так, ну давайте, коротышки. Так. Два мухомора. Ну, мы сейчас сделаем. Давайте мы их расстреляем. Есть, расстреляли, хорошо. Так, а здесь мы сделаем меч. Да, отлично. И мы сейчас будем стрелять волшебником. Давай, волшебник, подожди, давай. А, не знаю, успел или не успел. Наверное, не успел, сильно поспешил. И мощность слабая была у волшебника. Так, ладно. Так, сейчас попробуем вот этого убить. Убьем, не убьем. Тогда мы... Один просто он играл. А тут у нас еще есть лучница. Ой, давай, стреляй. Убили. О, нифига себе, мы прошли уровень. Это здорово. Так, ну что ж, еще раз попробуем в бой вступить. Сейчас посмотрим, что у нас здесь ждет нас. Так, интересно, давайте, коротышки. Так, ну этого мы, в принципе, он легко, мы его так убьем. Мне кажется, и пока ничего не будем тратить на него, некие волшебные наши вещи. Так, следующий. Так, ждем, смотрим. А, ну, ой, нифига, вас трое даже. Ну так, сейчас подождите. Нет. Надо так сделать. Нет, не смогли мы. Так, расстреляем их. Так, а почему так мало стреляло? Давай, взорвем его. Все, мне пришлось потратить, потому что я хотел шляпу забрать. Так,
Не, у нас осталось только двое. О, смотри, тут волшебник, который стреляет. Ну, не, о, нет, не успел я выстрелить, ладно. Так, волшебник, ну, все, волшебник не жилец. Ну, конечно, все, он умер. Эх, да. Давай еще раз попробуем. Еще раз попробуем пройти уровень. Так, сейчас мы будем по-другому немножко, тактика у нас. Сейчас сразу меч возьмем. Нет, видишь, не хватает, в принципе. Надо всегда ждать. Надо всегда ждать немножечко, чтобы прошел хотя бы второго уровня. Так, стрелы. Так, сразу запускаем. Так, ну давай этот мощный сейчас взрыв сделаем. О, меч, меч. Берем меч. Меч нам очень нужен. Третьего уровня, это здорово. Так. Ой, нет, надо было мне все-таки меч использовать. Ну ладно, не успел я. Так, мощный давай взрыв. О, посох бы забрать. Ну, блин, мы, наверное, не сможем забрать. Смотри, они нас все отталкивают назад. И шляпа, давай, пожалуйста. Ну, навряд ли, конечно, у тебя силенок хватит. Не хватит. Эх, ладно, ну хоть что-то собрали мы. В арсенал сейчас зайдем, посмотрим, что у нас здесь есть в арсенале. Так, у волшебника что-то... А, посохи. У нас будет новый посох, это очень здорово. Тудыщ, полумесяц, офигеть, круто. Ну что ж, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.